Трио гибрид, да, по-моему, что-то такое похожее мне виделось, его, может, и не виделось, но они, в общем-то, прикольные, все такие какие-то желтовато-оранжевого цвета. Используйте существ с иммунитетом, защита от замены и способностью разрушать оборону, чтобы одолеть Дима Дахтеля. Это вот он. Высокая скорость, кровотечение и подмена с кровотечения. И есть щит, его характеристика. Справиться с тираннолофозавром помогут быстрые уменьшающие урон существа. Скорость 108, шанс крита 20, пробивает броню и снижает урон. Так, и для победы над дракоцератопсом вам нужны существа с защитой от замены и продолжительным уроном, то есть, то бишь, кровотечением. Предлагаю взять Птеровекса, у него есть кровотечение, и он быстрый очень. Взять того же Дима Дактиля предлагаю, взять пробивающего броню Тордалозавра. И с иммунитетом, ну, пусть будет вот так. Давайте. Хотел, думал, взять еще Зухататора, или как там, Спинатазуха, кто там у нас с кровотечением. Спинатазуха. Так, 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 так. Ну, в принципе, начать можно с Магнипиритора. Он шустрый. Против нас Тордалозавр. Снижаем урон и подменяемся, хотел сказать. Так, ну он сейчас должен сделать себе типа а-ля очищение. Но не успел. Подождите, у него же это было опережающим ударом, он, по идее, мог бы это сделать. Ну, я его и так, в принципе, могу уничтожить. Ладно, давайте сделаем так же самое. Просто сольем дракоцератопса для интереса. Так, вот, мне просто интересно было. Сейчас я должен вот этой штукой очистить себя, освободить от замены. Да? Ну? Ну, кровотечение мне дали. А очищение очень прикольно сработало. Сработало просто шикарным образом. И кровотечение убрало. И я могу теперь подмениться. Так, ну, щит его, конечно же, спас. Как бы, ну, что мне даст паралич? Да ничего он мне не даст. Давайте нам Магнипиритора. Освободим его от оков. Хотел освободить его от оков защиты. В смысле, брони. Ага, ага, ага. А почему? А чё он ни на кого не подменился, я не понял. А, у него был блок на подмену, да? Ну, все может быть. Так, о, теперь... Блин, столкнем наших двух гибридов, что ли? Тираннозаврячих. На тебе так, и сейчас у меня будет... А, черт, не опережающий паралич. О, ну, кританул. Ну, вот так вот как-то мы поразвлекались. Так, и что тут за награда какая-то? Новая эмблемка генов. Ну? 5 косарей, неплохо. 3 косаря рапторов, но они мне уже не надо. Они мне были нужны очень, когда я качал индораптора. А перед этим мне насыпали 3 цератопсов, кстати, 5000. А вот драка цератопсов вы мне еще насыпали, я был бы безгранично рад. Так, и еще у нас есть, ребятки, инкубатор. 15000 монет. Чего? 1500 монеток? Ну да. А, рапторов зато насыпают. Прям некуда их уже девать.
Вот такие дела. Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас турнир гибридные громилы, и это, да-да-да, у нас тут манастиготоп, кстати, этот манастиготоп использует ребята даже на 30-х уровнях, топовые игроки, потому что у него есть замедление, есть обнуление, есть паралич, в общем-то, он тут довольно хороший, броня 30%, так что, must have. Гигаспикозавр, сомневаюсь, мне они вообще никогда не заходили, хотя вот когда я с ними сражаюсь, вроде неплохо держится. Ну и магнипиритор, это, конечно же, тут вообще быстрое существо, иммунитет, снятие положительных эффектов, короче, крутой чувак. Ну, попробуем посражаться вот таким вот ребятам. Первый будет Релли Доминус, он точно сможет походить. Единственное, что, если мы нарвемся, конечно, на вот этого парня, будет неприкольно, потому что этот удар без задержки, он сразу доступен. Ну, давайте будем начинать смотреть. Я взял также Драгцератопса, он нам поможет. Но он, правда, сразу сам умрет. Против 30-х он не продержится, но добить поможет. В принципе, да, можно бахнуть Эрли Доминусом, потом подмениться на Драгоцератопса, он умрет, и подмениться обратно на Эрли Доминуса. Ну да, я так, в принципе, и ожидал, что будет именно вот этот парень. Давайте сначала ускоримся, пожалуй. Вот, я вот именно из-за этого делал ускорение. Блин, ладно, давайте подменимся сразу. Броня, черт подери. Молодчинка. Но он его сейчас и похоронит. Уху, кританул на 3500. Возвращаемся обратно. Там-та-дам-та-дам. Так, ну неплохо так разыграли, да? Так, что у этого парня? Кровотечения нет. Ладно, давайте снова подменимся. Броня тоже 40, ё-моё. А, кстати, здесь что, контратака есть? Блин. Ладно, давайте уйдем в инвиз. Потому что у него сейчас и броня стоит. У меня недоступен удар пробития сквозь щит. И двойной урон у него прилетел, который мы приняли весь. Но зато щиты снимем ему. Так, вот это, конечно, ситуация неприкольная. Придется подменяться, потому что если он меня пробьет, то будет больно. Ну, мы тут на контратаке будем сидеть, естественно. Блин, жалко, что Драгоцератопс умер, сейчас бы было бы хорошо. Да я как бы и не стараюсь тут походить раньше него. Да, еще и двойной урон. Ну, спасибо. Так, кто там следующий? Магнипиритор, блин. Блин, а пробьет меня сейчас. Чуть-чуть не хватило. Ну, победа была близка. Ладно, давайте сходим еще разок. Баксы у меня сейчас есть. Я тогда возьму. Вот тебя возьму. Тебя же возьму. Тебя и вот, я хотел кровотечение взять, в принципе. Сейчас посмотрим, как пойдет.
Начнем опять же с Эрли Доминуса. Можно начать, наверное, с медленного сразу. Давайте попробуем с Трики начать. Так, против Трики тут... Блин, кританул, но, конечно, слабовато. Броня, держи меня! Ну, критани. Молодчинка. Ух, Трики, ну ты просто спас. Но если бы еще не было этого... этой ерунды, было бы вообще прекрасно. Давайте вот, кровотечение, вот... У него же нету обнуляющего удара. Снятие положительных эффектов. Ха-ха! А нету снятия отрицательных эффектов. Так, но мы пошустрее. То есть с ним мы сейчас разберемся. Но он нас, наверное, пробьет все равно. На, не хватило каких-то там 20 хелсов. Давай, давай. Добивай. Молодчинка, как идеально все. Жаль, что правда... потерял я. Стоит подменяться? Сейчас не стоит. Ладно, давайте подменимся. Так, давай вот так. Тут проще контратакой, наверное, отсидеться. Сейчас мы двойной урон хотя бы сможем... А, не сможем дать. Ну, я в защите пока посижу, значит. Вот это плохо, наверное. Ну, эффект мой до сих пор не исчезает. Замедление, блин, приходится вот так вот сидеть. Ну, когда уже исчезнет замедление? Вот сейчас уже должно исчезнуть. 3 хода же, по-моему, прошло. А, он остается быстрее, 109 на 108, блин. Жаль. Очень жаль. Так. Ну давайте разок рубанем его. И снова свалим. Недобитых у нас нет, остался целёхонек Индораптор. Ух, блин, я чуть не потерял, забыл про эту контратаку. Но тут тебе и хана. Так, ну так вот, короче, со второй попытки, да, с кровотечением у нас все получилось. И давайте, пожалуй-ка, откроем наши инкубаторы. А, черт, один инкубатор остался.
И там еще какие-то награды нам привалили. Да, сегодня как-то день плохой, и вот нету вот этих вот зелененьких, короче, остановочек, зелененьких supply дропов, только желтенькие уже появляются, да, и есть такие дни, да, когда нет у нас зеленых supply дропов двойных, только желтенькие, это печально.